Дальше, дальше. Это Олеся. Привет, Олеся. Вы на канале? Олеся. Олеся. Что мы будем делать сегодня? Привет. Мы будем петь. Сегодня у нас челлендж суперстар. Вы сегодня две суперстар. Вот они одеты. Даже как суперстар Жюстин. Покажи мне свою футболку рок. Жюстин футболка рок. А у Алис суперстарский костюм блестящий с таким тигром, да? Ну и она еще сама надела такую шапочку, но это уже ладно так. Очень красиво, да. Хорошо, оставь шапочку. Хорошо. Значит так, мы сегодня бросаем вызов каналу «Я Алиса». И мы вам расскажем условия челленджа. Я Алиса, девочка, ее зовут как тебя? Почти. Тебя зовут Алиса, ее зовут Алиса. И они живут в Италии. Они, наверное, умеют петь песенки по-итальянски. Мы предлагаем условия такие. Наши девочки поют песенки по-русски и по-французски. А девочки с канала «Я Алиса» и «Николь Crazy Family» они могут петь по-русски и по-итальянски. Наверное, они умеют петь по-итальянски. Они же живут в Италии, да? Да, вот так, да. Нет, звонить мы им не будем, мы не знаем их номер, но если они принимают наш вызов нам, мы будем очень рады послушать песни по-итальянски. Но если они не хотят почему-то петь, они могут делать, что они хотят, танцевать, рассказывать стихи, и что им вообще больше нравится. Но нам нравится петь, да? Мы будем петь. Итак, кто первый начинает? Начинаешь? Давай. Какую ты песню первую будешь петь? Козлятушки, ребятушки, хорошо. Давай, подожди. Песня козочки из сказки козлятушки, из сказки семеро козлят. Давай, начинай. Козлятушки, ребятушки, атаки, сися, атаки, сися. Это сказка, это песня. Это песенка, да, дальше. Козлятушки, ребятушки, атаки, сися, атаки. Эй, дальше, дальше, дальше. Ваша мама. Молока принесла. Ваша мама пришла, молока принесла. А дальше? Течет молочко. Мамилечку, семечка, и семью землю. С вымечка во сырую землю. Ура, браво, браво, браво. Поклонись, как все. Вот, бум, шапку потерял. Теперь давай микрофон. Это, конечно, не микрофон, но у нас сегодня это микрофон. Давай микрофон, Жюстин. Ага. Садись и слушай, что будет петь Жюстин. Жюстин, ты нам что сегодня споешь? Какую песню? Не знаю. Ну, давай зас. Ну, давай, один куплет зас, только громко, пожалуйста, и хорошо. Давай, Жюстин, я поближе. Все, слушай, Жюстин будет петь. Бери микрофон. Начинай, Жюстин. Как? Все дети слушают, да. Ну давай, теперь слушаем внимательно, как Жюстин поет. Давай. Ура, браво, 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 браво. Так, хорошо. Следующее у нас. Алис, что будем петь? Алис, давайте так. Нет, вот так, держи микрофон. Хорошо, держи. Положи ножки. Суперстар свои ножки не тягают. Итак, челлендж Суперстар продолжается. Алис там споет песню «Тик-так-ходики». Ну-ка, давай, погромче. Нет, сначала, что поделать? Давай. Что поделать? Я еще не полюбила. Еще дядя, а ты пусть дядя не я. Тик-так. Водики полетают, водики, сисисяк и мед.
еще замуж и берет. Тик-так, ходики, полечают бодики. Сисисяк или и мед, еще замуж и берет. Браво! Молодец, молодец! Ура, ура! Очень хорошо. Так, теперь Жюстин. Следующую песню, Жюстин, какую ты хочешь? Ванесса Паради, может быть, немножко полетик один. Давай? Только погромче. Давай, вперед. Алис, слушай и подпевай. Погромче. Да, ты спела вместе с Жюстин. Садись, теперь следующую песенку ты споешь. Давай, еще одну, сама. Давай-ка про бабочку, Алис. Ну, давай про бабочку еще. Не, про бабочку. Ромашка, давай ромашку. Ромашка, ромашка, белый лепесток. На ваших кудряшках висит ободок. Ромашка, ромашка. Белый лепесток, на ваших кудряшках, рыжих ободок. Ромашка, ромашка, белый лепесток, на ваших кудряшках, рыжих ободок. Какой ободок? Ромашка, ромашка. Воздуха глоток. Белый лепесток. Белый лепесток. Где же ты? Давай, ромашка, ромашка. Белый лепесток, на ваших кудряшках, рыжих ободок. Ромашка, ромашка, белый лепесток, на ваших кудряшках, где же ты? На ваших кудряшках, где же ты? Браво! Молодец! Алис, почему ты держишь микрофон ногами, как обезьянка? Ну, разве суперстар держит микрофон ногами? Нет, микрофон держит руками. Так, ну ладно. Жюстин, что ты нам еще споешь сейчас? Давай, какую песенку? Ну, придумай. Давай «Вояж», а «Рандевеш» вы потом вместе споете с Алис. «Вояж», «Вояж». Давай, еще одну песенку Алис, еще Жюстин одну, а потом вместе. «Вояж», «Вояж». Grandir le jour, voyage dans l'espace, des nuits de l'amour. Voyage, voyage, sur le sacré de Plovadien. Voyage, voyage, et jamais reviens sur le nord de l'Amazonie. Il est si jour, voyage, voyage. Ура! Браво, браво, браво! Алис, похлопай! Браво, так! Ну все, Алис, последнюю песню про бабочку крылышками, давай! И потом все вместе, как? Какую? Давай! А, ба, бычка, кими, кими, бэк, 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 Анжелина, лобусик, блик, 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 блик. Он ее голубушку. Ням-ням-ням-ням. Шмяк, 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 шмяк. Шап, 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 шап.
Ням-ням-ням-ням. И шмык-шмык-шмык. И шмык-шмык-шмык-шмык. Ну-ка. Сик-сик-сик-сик. Молодец, браво! И теперь последнюю песенку девочки споют вместе из мультика Frozen. И это будет по-французски. À son tour, un royaume de solitude me place là pour toujours. Devant qui l'on ne pense plus à demain. Pour Alice. Oui, il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Oh, n'en parle pas, fais attention, je vais te voir. Avec ta gamme. Дальше, дальше. Молодец, дальше. Давай, давай, давай. Ждем ответа от канала «Я Алиса». Мы свои песенки спели. Очередь за вами. Ждем ваших песенок по-итальянски. Ну что, всем пока. Всем пока. Ого. Подпишись на канал. Привет. Алис. Ого. Ого.